Доброго времени суток, мои хорошие. Представляю вашему вниманию мои 5 минут. 5 минут спроса напряжения ненужного, скажем так. Зажимаем плечи сзади, шею, плечи, где вы чувствуете напряжение. И потом пальцы постепенно вот так опускаем вниз. То есть зажимаем и отпускаем вниз, проводим вниз. Зажимаем, отпускаем, проводим руками вниз. Зажимаем и отпускаем. О, как хорошо. После работаем с дыханием. Положите руки, где вам комфортнее. Легкие, грудь, живот, где вы чувствуете дыхание лучше всего. И подышите. Вдох. И выдох. Прям можете со звуком, прям так хорошо от души. Потом погладьте шею. Иногда так приятно просто погладить. Погладить шею, почувствовать ее, почувствовать, где есть напряжение. Наклоняем шею направо, в любую сторону, куда вам хочется, направо, налево. И находим мышцу. В напряженном состоянии вы ее можете найти спереди шеи. Но ее лучше массажировать, когда расслабленную. Лицо, плечи, тогда прям намного приятнее. Массажируем, продолжаем, дышим. И она идет прям до уха. И обычно там очень много напряжения скапливается. Наклоняем голову в другую сторону. Также находим мышцу спереди. И ее массажируем. Замечаем, как вы себя чувствуете, да, как ваше тело на это реагирует, на движение, на ваше прикосновение. Погладьте, снимите напряжение. После моя любовь – это уши, это такой кайф. Можете начать с правого, с левого уха, либо же сразу работать на двух, естественно, в плане времени, да, намного легче работать сразу с двумя. И мы их поднимаем вверх. Столько раз, сколько хотите. Поднимаем вверх, потом в стороны их растягиваем. И у нас очень много, естественно, нервных окончаний расположено на ушах, поэтому вот так помассажировав, напряжение сразу спадает в теле. Делаем потом пельмешки. То есть сначала мы тянем вверх, потом в стороны, вниз и заворачиваем уши, держим их секунд 5. И начинаем поворачивать по часовой стрелке столько раз, сколько вам хочется. И потом по, то есть против, по, против, как вам комфортно. Это кайфовое упражнение, которое я делаю во время занятий, во время сконцентрированного обучения, то есть при долгом сидении за компьютером. Здорово. Здорово помогает снять напряжение. После голова. У нас расположено столько мышц на голове, ребята. Очень много. И зажимов очень много. Обычно скапливается. Именно в лобной части, в целом по голове. Вот так. Массирующее движение обычно помогает. То есть массирующее, прям как будто вы моете голову шампунем. И прям представляете, потом затылочные бугры. Я с ними часто работаю, потому что чувствую напряжение в них. И помассажировав, то есть вы их находите, они вот такие два кругляшочка, бугорочка, где голова встречается с вашей шеей, прекрасной шеей. Прекрасная голова встречается с прекрасной шеей. И нажав на них, вы прям почувствуете, можно голову вверх-вниз поопускать. И помассажировать голову еще, где вам хочется, сзади, спереди, по бокам. Ну, такой кайф, такой кайф. И мы этой девушке заслуживаем просто взять и расслабить, слабить голову, улыбаться себе, наслаждаться своей же компанией и тем, как вы чувствуете свой организм, что вы можете вот так помочь своему телу. Это
Это роскошь. На мой взгляд, это и есть роскошь. Круговые движения обычно помогают мне. И потом мы себя берем и обнимаем. И качаемся, покачиваемся из стороны в сторону. Просто дышим. 5 минут. Всего 5 минут на себя. Как хорошо после этих 5 минут. Руки меняем, перекрестим. Если забыли, ничего страшного. Можно с той же стороны себя обнять. Результат будет такой же замечательный. Прям покачайтесь, позвольте себе быть. Просто быть. Я вас люблю. Я вас обнимаю. И я вам и горжусь. Спасибо, что провели 5 минут.